сервис позволяет узнать актуальную информацию о количестве заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19. Информация обновляется еженедельно. Кроме того, там размещены новости о временных ограничениях. Любой человек может узнать правила работы торговых центров, кафе, транспорта. Информацию предоставляют специалисты центров управления регионами, опираясь на данные региона. Сервис начал работу еще в первую волну распространения коронавируса. На карте были зафиксированы этапы снятия ограничений во время выхода из режима самоизоляции. Количество просмотров карты исчислялось 50 миллионов. Этот информационный ресурс называют частью масштабной борьбы с коронавирусом, который помогает людям быть в курсе последних эпидемиологических мер и планировать повседневную жизнь.